Участницы предстали перед жюри во всем своем величии и красоте. Соревновательная программа включала несколько этапов. Девушки демонстрировали наряды хуторянки, рассказывали о себе, своих увлечениях, пели и танцевали. У каждой участницы свой девиз и цель в жизни, а подготовленные заранее видеоролики должны были рассказать как можно больше, ярче и красочнее о жизни хуторянок. Мария Толкунова уже не в первый раз участвует в подобном конкурсе. Мечтает стать актрисой театра и кино. Я люблю сцену, я люблю, когда на меня смотрят, обращают внимание. Люблю общаться с конкурсантками, которые участвуют со мной. Конкурс объединил талантливых, красивых и амбициозных девушек. Для меня, прежде всего, это творческий конкурс. Я вижу, что здесь очень достойные соперницы, они очень сильные. Но будем стараться все победить. Я уверена, что каждая пришла сюда за победой. Без подарка не останется никто. В этот раз победительницы получили то, что пригодится в хозяйстве. Мультиварка, пароварка и блендер.